Барсова гора в Сургутском районе может стать новым брендом Югры. Такие выводы сделали участники Координационного совета представительных органов местного самоуправления. Его работа завершилась тем, что депутаты высказали заинтересованность в проекте. Уже в 2023 году в Сургутском районе намерены открыть туристическую тропу и музей. Подробности в сюжете. Смотреть на этот макет нужно масштабами Сургутского района. Длина, изображенная здесь, туристической тропы около 5 километров. При ходьбе можно сжечь сотни килокалорий и проследить весь путь становления человечества. Презентуемый участником Координационного совета проект так и называется «Человечность». Он отражает длинную и богатую, но абсолютно неизвестную жизнь первых людей здесь, в Западной Сибири. Археологический памятник Барсова гора станет новой точкой притяжения для российских и иностранных туристов. То, что здесь планируется по туристическому комплексу Барсовой горы, конечно, это очень здорово. Потому что здесь планируется и сам музей, здесь планируется 5-километровая трасса для того, чтобы посмотреть все артефакты, которые тут были за этот период времени найдены. Поэтому впечатление хорошее. Сургутский район динамично развивается, и мы этому рады и всегда готовы этому способствовать. Барсова гора – главная тема круглого стола по развитию туризма в округе. Тот случай, когда в одном проекте сходятся инвестиционная привлекательность, транспортная доступность, уникальность и возможность местных властей вкладывать силы и средства. Реализация проекта рассчитана на 3 года. Наверное, Барсова гора, конечно, заслуживает большего. Вот по уникальности это такое место, оно ничуть не уступает там пирамидам Гизы. Вот, а проект достаточно скромный, ну как скромный, 360 миллионов рублей. То есть мы его и проектируем, и начинаем строить за счет средств местного бюджета. Конечно, если были бы там предусмотрены средства регионального бюджета, федерального, проект был бы гораздо более масштабный. Раскопки на территории Барсовой горы доказали, что здесь жили люди в течение 9000 лет в эпохе камня, бронзы, железа и средневековья. Археологи обнаружили следы их пристанищ, утварь. Артефакты сейчас хранятся в различных музеях. Барсова гора может на гора поднять туристическую привлекательность Сургутского района и всей Югры. Об этом давно заявляют местные власти. Перспективность проекта отметил и директор департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев. Проект Барсова должен стать первым на территории региона культурно-исторической территории отдыха федерального уровня и главным местом рекреации жителей Сургута. Мы консультантам, кто у нас работал по контракту, мы им как раз ставили задачу найти проект в Югре, который должен вывести, такой стать федеральным. Да? И как раз из тех проектов, вот, которые здесь представлены, самые большие перспективы как раз у проекта «Барсова гора». И разработчики сравнили, даже если реализовать те задумки, которые они нам предложили, именно как комплексную территорию, то Барсова гора может абсолютно точно конкурировать с проектом «Зарядье», который в Москве находится. К приему туристов в районе все готово. 8 баз отдыха, 4 комплекса, близость к самому крупному в регионе аэропорту. Да и жителям расположенных рядом населенных пунктов это будет интересно. Наталья Соловьева, Игорь Батищев, телерадиокомпания «Югра», Сургутский район.